Дорогие женщины, не превращайте подготовку к беременности в хождение по лабиринту, в жизнь в Армагеддоне, в поисках бесконечных диагнозов, в глубоком объемном обследовании, тратьте денег и времени вашей собственной жизни. Потому что если вы не пробовали беременеть хотя бы в течение полугода, если это первая беременность в течение года, то какие-то объемные обследования не нужны. Достаточно сходить к акушеру-гинекологу на осмотр. Он должен собрать анамнез, то есть историю, и фактически оценить вашу группу риска, например, по возникновению каких-то осложнений в плане зачатия ребенка. И на самом деле даже те женщины, у которых могут быть отклонения в репродуктивной системе, если они не пробовали беременеть, говорить о каком-то бесплодии не стоит. Не тратьте время жизни на пустые поиски.